вокруг, суки. Сундук, блядь. Шмотка. Одеть три брони нахер. Сюда, мафака. О, слеза упала. Слеза упала. Интересно, они меня с удара убьют, да? По идее, с удара должны, да? Не знаю. 300 хп. Я чувствую прилив сил. Как могу убегаю? 9 левел. По одному, по два квадратика дают мобы. Это такая беготня, пипец. Твоя сила растет. Да. По идее, они последняя ката внизу по ним. Что? Последняя ката, по идее, внизу по ним. О. Шлем 4-го левела за квест дали, охренеть. Чуть не убили, слышишь меня? Да. Юнер. Где подземелье, ебаные? Ритуал лучше не стоит. Не знаю. Слышь? Да. Не знаю. Сейчас, подожди всех. А наверх. Ну, с выстрела я не умер. Меня уже слышно? Да. Он для монаха убил. Тебя оставить? Ага. Мне бы кольцо выбить то самое. Это что так? У тебя портал остался? Да. Телепортируйся быстрее, феи! Быстрее, бля! Ебать. Это как? А? Не знаю. Сейчас, 2 секунды, 2 секунды, дай, 2 секунды, не иди никуда.
Алло. Еще все из мне вещи попадали. Я скидываю. А почему левел такой маленький, если ты скидываешь? Потому что ты создал. А, серьезно? Ты, в принципе, их ломать тоже можешь. Да лучше ты, оденься пока, чтобы за сюда не дал. Ну, уже 880. ХП. Пони. Где? Батик попал. Нифига себе. А если бы ты создал, представь, эти вещи открылось бы. Ну, съем не люблю здесь. Ну, скорее всего, да. А, кстати говоря, точно, поэтому я и не умираю с удара. Кидай. Бля. Дай сюда. Бля, охуенная легендарка. Сука. Фух ты, нихера себе. Ни хрена себе. Ты где? Внизу. Охренеть. Талисман мощный упал. Кельджистан, знаешь? Ну-ка, 2 секунды. Хер знает, короче, что я взял. С каждым ебаным твоим уровнем не сильнее, сильнее, сильнее. Ты боишься? Моя сила растет. Потихоньку начинай. Пусть тебя ебнут. Это будет ржака, блядь. На максимальной. Наверх сначала тот круг почистим. На максимальной же сложности. Так, зато знаем, как король уровень. Как, блядь? Когда этот пидор портал открывает, ёбнут очень быстро. Ну да, походу он был. Ну он там и открыл портал. Да, он открыл портал, но до этого уже не было такого, что он открыл именно в этот мир. Его так быстро не убивали. А, кстати говоря, да. Так быстро мы его не сбривали. Ну мы его так быстро избрить, в принципе, наверное, не сможем. Кубики всякая какая-нибудь. А, легендарный дебил. Убей. Почему они за мной бегут? Объясни, сквозь тебя пробегай, да на меня ломится. Дебильные что ли, блин? Что ли, блин, дебильные? О, выход. Плохо, нам выход не нужен. Нам нужен край бездны. Оо, сколько всего. Блять. Че, еще легендарка? Ломаться пойдем? Да. Инвентарь скоро полный будет. Я телепорт есть хоть? Ну да, вот этот обычный. 24-й левел. Я надеюсь, они прокачанные ремесла. Да. Сколько всего, бля, поубивал, охереть. Я опять там. Где? Здесь.
Опля. Нефалимская слава. Рикошет прокачался скилл. Все норме, поменял пушку 7 урона на 77. Уже пизди теперь. Да. Ну хп уже 2800. С удара меня уже не убивают. Ну пипец, конечно, мир открылся, блядь. Да, голды много тоже падают. Ебать, ты чутишь с пушкой? Леденец. Где мобы? Иди сюда, суки. О, ясно, я их не клацаю. Как-то обидно даже. Че, все? Да, нет. Да, нет, наверное. Голды, конечно, падают до хренища. У меня 800 было, уже 940. Горшочек пропустил, блядь. Вот 10 тысяч голды подобрал вот сейчас за это, за вот этот кусок местности. Вот здесь 4500 подобрал. 5000. Ну, а местность огромная, конечно. Повезло, что нашли ее. Вот и все. Да. Больше некуда идти. Колечко легендарное. Молись, чтобы это было. Давай мне сюда. Понятная хуйня. Похер, у меня вообще кольца нет. Для охотника на демонов. Все 4 ловкости. Да иди да, пожалуйста. Какое-нибудь ускорение надо, блядь, там. Варвары, что бегать быстрее. Ты слишком быстрый. Быстрый. Прикол. Даже не исчезает. Да, походу его быстро убить надо было просто.
Уровень нормально все еще идет? Ща убей кого-нибудь. Не посмотрел. Сейчас было ощущение, что вообще опыт не прибавился. Ну-ка, убить кого-нибудь. Странно. Опыт не идет. Вообще что ли? А, во, пошел. За здоровяка опыт даже не дали. Там синий спереди. Вот левел. За тех нескольких вообще не дали опыт, приходись. О. Демоническая эссенция. Ай! Блять, больно бьют! Благословили меня! Сука! Пол хп с удара! О, щит! Стоп, стоп, стоп! Щит. Легендарный щит! Легендарный? Да. Смогу одну руку одеть. Ох ты, хороший! Ну, пока ж. Только для крестоносцев. Серьезно. Эффект дополнительный. А-а-а. Давай щит один и какой-нибудь. Нормально, сила жрущая. Да. Ну, хп увеличилось. На вид тоже щит прикольный. Кусок забора оторвал. Ну, да. Тут монстры были, насколько я помню. Да. Пойдем? Да, что-то такое там было, припоминаю. А, не, наебали, у нас расходимся. Точно, не тот проход. У меня интеллект 35. А, ёб твою мать, если ты левел сейчас мне не дал, я бы умер. Так больно бить, что ли? Да. Фулл хп забрал с удара. Доли секунды я бы умер. Пойдем, пойдем, алё. Ты жду, ну, пока ты убьешь. Ты это место не проходил, что ли? Проходил. А, я же открывал порт. Я же как открывал. О, одноручная, отлично. А вот и босс. Где какой босс? А, сзади был. А чё он такой сильный, твоя мать? Ох, ёп, видишь? А где главный, я не понял. А вот и главный. Зашел внутрь? Не. Там главное убил, иди главное, что упало. Сейчас. Наплечники. Норм. Так, две сек. Я поставлю скиллы, чтобы не умирать. Так, все на деф поставил, твердость, там бла-бла-бла, прочую херню. Сколько стойкости? 13 600. Я не смогу присоединиться. Стой сзади, к союзникам, пока их битва не обойдет. Прикол в чем, сейчас типа бокам появится. Появились по бокам, убей их. А, умер. Сейчас, сек.
Мне повыпадало куча всего. Пошли в город ломаться. Что ты выкидываешь? А, да, две шмотки. Там бастард было написано. Стойкость 24 000. Все скинуть нахер. Так, ну. Статы растут, уже 8400 хп. Что делаем? Не знаю. Давай пересоздай, попробуем хома, не хочешь? Попробуем что? Хома. А, сейчас, а я же к хому этого телепорта не имею. Проверь. Ща. Нижние этажи крепости, уровень 3. Смотрю, что можешь сделать так, чтобы я не умирал. Хотя бы чуть-чуть жил. Видишь, да, меня? А? Я бородатый обезьян вижу. Вот. Чубака. Мост Корсика, да? Нет. Нежить, это же крепость 3? Да. Что нахуй телепорт? Гоняешься? Тут никого нету. Я опять здесь. Че, опять создать? Да, хома. Бить хома там в задании. Сейчас покинуть группу. А из группы зачем вышел, если ты глава? А, не знаю. У меня нету задания убить хома. Ты должен создать его, чтобы я зашел, и у меня оно появится. Наверное. Наверное, наверное. Наверное, наверное. Я уже такой суровый видел, да? Кто? Я суровый, говорю, уже такой. Эй, блядь. А тут никого не было, никак, сука, раз мы телепортировались. Все. И обратно. Че, мне пересоздать? Да. На максимальной сложности той самой? Да. Блядь, дай съеб. Будет уместно. Давай я теперь сложность поменьше поставлю. А я не могу настройки игры делать. Так, давай выйдем. Убить хома. О, появилось. Изменить.
14 тысяч раз снизу сложность. Я не хочу рисковать. Стой, я уже что-то открою. Куда иду? Подожди, я вернусь. Как-то не хочется. Эскиз дальнострел, легендарка. Мать его, порвало просто уровень как. 12 тысяч опыта, мало очень. За мобов столько же дают примерно. Сложность поднять? В разы, он с выстрела упал. Покинуть игру, да? Да, ухожу. На 3 подниму сложность. Слуги преисподней ослабли. Сука, две легендарки выпал. Хоть у меня упали бы твари, ебаные. Да хоть, блядь, этот упало бы. Кольцо, бля. Леорика. Захожу. Да. Тысяча опыта. В два раза больше, чем прошлый раз, и пол левела получил. Че, так же будем? Зачем стартишь? Не, имею в виду уровень, понятно. Хома поубиваем по-быстрому. Пока можно, да. На последнем посмотрим, если нормально тебе капать будет, то можно. Давай. Давай на один буду каждый раз поднимать. Не, сейчас на два подними, вот потом на один. Можешь, в принципе, сразу последний поставить. А чё я не могу настройки делать? Настройки игры. Выйди с игры, Алли. Я-то вышел. Вот сейчас могу. Ёпта. Баса. На 2 поднять? Ну что, максимум поставить? Нет, давай на 2 подниму, потом еще раз подниму. Если так же быстро сбреешь. Ну, у меня и левел растет, он же сильнее становится тоже. Ну, я-то об этом и говорю, что когда ты до максимума сейчас дойдем, чтобы я не проворонил тот момент, когда он ебал, он начнет ломать. На, будет прикольно, блядь. Если тебе даже ебал сломать. Возможно, блядь. Я даже щит один на всех случаях. 1,5 миллиона стоимости, блядь. Ты на РТ. Вот, 54 тысячи. Еще вдвое больше опыта дал. Покинуть. Союзник ушел. Слуги преисподней ослабли. Ой-ой-ой, я вовремя открыл. Подожди. А давай выход сделаем, да?